За последние 6 лет в Сочи появилось 7 крупных детских садов и 11 пристроек к уже существующим дошкольным учреждениям. В этом году строительство будет продолжено. Например, возведение детсада на 180 мест начнется в поселке Лао. В приоритете и строительство школ по государственной программе. Сегодня в городе из 53 тысяч школьников почти 9,5 тысяч учатся во вторую смену. Задача – дать возможность этим ребятам учиться в первой половине дня. Это позволит школьникам плюс ко всему активнее посещать кружки и секции, которые, как правило, работают после обеда. Прежде всего, будет достраиваться 88-я школа в селе Верхняя Беранда. Будет начато строительство новой школы детского сада в Совет-Кваджи. Еще один значимый для города проект – школа на Мамайке. О необходимости ее открытия разговоры идут давно. Помимо этого, сейчас рассматривается программа по строительству пристроек к школам. В целом, в Сочи планируется возвести 7 таких объектов.